Привет, ребята! И сегодня я со своим другом поиграю в Minecraft 1.19. Да, это Minecraft 1.19. Тут довольно-таки большое обновление. Это не полное. Это бета, как вы можете заметить вверху. Но главное, что это Minecraft 1.19. Давайте. Давайте начнем с рубки дерева. Мы рубим дерево для того, чтобы выжить, так как вы знаете, без дерева в Майнкрафте нельзя выжить. Ну да, согласен. Без дерева вообще не выживешь в Майнкрафте. Мой друг куда-то ушел, но я планирую найти город Страйдера. Да, он уже добавлен в этом обновлении. Поэтому я планирую его, как всегда, найти. Дайте я вам скажу, какие тут новые предметы были добавлены. Тут были добавлены такие предметы, как, допустим, как такие предметы были добавлены, допустим, как, не знаю. Тут была лодка с сундуком, если не ошибаюсь, и такой страдерский компас, ну типа как бы компас, ну вот знаете, вот такой вот компас, ну вот он сделается из осколков, которые можно найти там, где, куда мы будем копаться. Поэтому погнали. Мой друг непонятно где, непонятно куда забрел. Ну ладно. Перенеси меня к себе. Ладно. Ой. Давайте я сейчас его перенесу. Вот я его и перенес, а мы начинаем копаться. Отойди хоть от меня, ничего не видно из-за тебя. А как мне выбраться из этой ямы? Ты бы хотя бы отойди, шел бы, чтобы я хотя бы начал бы дальше копать. Ну все, я отошел. Я тебе даже заветвление сделаю. Сделаю вот туда вот, пожалуйста, проходим, вот, молодец, и там стой, а я пока буду копаться. А ты что задумал? Я же уже говорил, найти глубины Страдера. Ну, если я не найду, Майнкрафт сломается, то тогда я покажу что-то другое. Все глубоко. Ой, я чувствую, ему не поздоровалось с такой высоты упасть. Поэтому мы для него сделаем еще один обходочек. И постарайся больше. Вот отойди, отойди, отойди. Отхожу. Вот так вот. Хорошо, молодец. Значит, мы копаем вот так вот, заходим вот сюда вот, проходим, а мы начинаем дальше копаться. И как долго ты будешь копать? Пока не найду, или моя кирка не сломается.
Короче, я думаю, смысла копаться далее нет. Здравствуйте, ребята. И я снова вас приветствую. Мы, как всегда, не докопались. Но я бы хотела бы показать бы вам обновления. Такие, как я вам говорил. Вот этот вот, я вы говорим про этот страйдерский компас. Хотя он не страйдерский, ну ладно. Который делается, если не ошибаюсь, из этих... Кстати, я думаю, вы заметили, в 1.19 добавили такие вагонетки с сундуками. Я пробовал, это очень крутая штука. Далее добавили двух новых мобов сейчас. Это самого Страйдера из Пежника. Вот это вот он главный сейчас. А чего он не ставится-то? А ты высоко. Вот, он у меня не получилось с моим другом, но вот он. Вот он, Страйдер, вот он, который выходит, такой прикольненький мобик такой, смотрите какой. Такой бегает тут, бегает. А также его смотрители. Его смотрители находятся вот тут вот. То есть пешники. Вот они такие синие штуковины. Ну а также от Страйдера есть и подарочки. Да-да-да-да. Подарочки от Страйдера, как говорится. Это его блоки. Кстати, благодаря Страйдеру, благодаря вот этих вот каких-то блоков, можно получить новый эффект. Смотрите. Если я так не ошибаюсь. Ну, как-то я помню, я получил эффект. Только, по-моему, там, наверное, вот так вот. Ну что такое, просто все блоки, или там от другого это блока зависит. Вряд ли это зависит от этих блоков, ну давайте. Короче, эффект здесь прикольненький. Ну такого нам бы испробовать не получится. Ну ладно, ребята, давайте.